Церемонию отпевания Николая Каранченцева проводил патриарх Кирилл, столица Российской Федерации Москвы. Известного российского актера театра и кино Николая Караченцева похоронили на шестом участке Троекуровского кладбища. Караченцев похоронен рядом с советским космонавтом Георгием Гречко и заслуженной артисткой России Мариной Голуб. Мы также узнали, что до похорон артиста в старинном московском храме Воскресения Славущего на Успенском Ворожке отпевал глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл Владимир Гундяев.